энергично и эмоционально. Девочки из танцевальной группы «Станицы Карданинской» знают, как зажечь зрителя. И недавний всероссийский фестиваль в Кисловодске тому подтверждение. Милана вместе со своей командой исполнила на этом конкурсе танец «Малявки», удивив жюри не только отличной хореографией, но и сложными для ее возраста гимнастическими элементами. Я научилась делать эту корзинку с 6 тоже лет. Меня учили на гимнастике 2 недели. У меня была своя гибкость. Я сама пыталась идти к цели, и я до нее дошла. Танцоры привезли на малую родину сразу 5 кубков. 1 за первое место, 3 вторых и еще 1 третье. На конкурсе они показали самые яркие номера в нескольких возрастных категориях. Фантазеры и малявки, бомбобитны, выступления «Недетское время» и «Стартрек». Волнение внутри присутствует, но я это не показываю детям. Говорю, все будет хорошо, ничего страшного, выступите, только достойно выступите. И не соперничайте между друг другом. У нас всегда царит хорошее тепло отношения детей друг к другу. У нас никто ни с кем не ругается. Соперничают у нас, конечно, с теми детьми, которые приехали. Естественно, они смотрят, дальше смотрят, может, лучше кто станцевал, они смотрят на них и стремятся уже на следующий конкурс показать еще лучший результат. Танцевальные коллективы Карданинской школы искусств несколько раз становились призерами международных соревнований и самых значимых – Международный фестиваль искусства и творчества «Сочинский триумф», где они стали лауреатами 3-й степени. Это опыт, который юные танцоры запомнят навсегда, ведь они не только показали свои творческие номера, но и побывали на мастер-классе популярного хореографа Уэйда Лайена. Танцы – это для меня талант. Для меня это эмоции. Для меня это самое лучшее. Для меня это хобби. Для меня это эмоции. Для меня это жизнь. Для меня это красота. При подготовке номера хореограф Марина Шедакова учитывает каждую мелочь. Даже к созданию костюмов подходит максимально креативно. Это придумал наш преподаватель. Всегда такие яркие идеи придумывает она. Наверное, когда вы танцуете, у вас как естественная вентиляция? Да. Но впереди новые мечты и желания. В планах у Марины Шедаковой улучшить один из танцевальных номеров «Беслан» и в будущем выступить с этой постановкой уже в Москве. Альбина Шаубу, Мурат Кемрюгов, Архыз 24.